Сегодня у нас 1 октября 2019 год. Мост с Игнатьевым решили прокатиться. Тут какой-то летает. Хотели посмотреть, что он там кружит над лесом. Вот над этими околками, где-то там за ними. Вот. Мы сейчас едем через поля. Тут у Игоря Барабаша он убрал урожай и уже заново засадил все. Вон видно, что сивка ходила. Такие вот облака, тучи. С утра, главное, было несколько облачков, а тут уже все затянуло, все небо. Сейчас решили проехать к железной дороге около 2 километров. Вон туда, я оттуда уже попробую заснять, что он тут летает. Осенний такой красивый. Это вот осенний, он будет красный. Ага. Зеленый сейчас стоит. Снег. А почему она повалилась? У меня прости, я хочу заглянуть. Куда? Вот. Как повалилась осинка. Ага. Вот, как она не валит. Это что-то. Если она не засохла и повалилась, это значит, кто-то ее пошевелил. Однажды едем с Севастьяном, я вижу, коршуны кружатся и в дороге в стороне садятся. Мы торопимся, мы все же остановились, я пойду посмотрю. Или кошку задавила, или собаку. И он пока ждал меня, не побежал. Ну и действительно там посмотрел. Меня тут все интересует, особенно птицы. Вот это коровы, видимо, ходили, наделали тропок уже. Тут коровы ходили, видно. Да, да, коровы. Вот, коровка. Вот она, осина. Тут жили люди, кости. За ней же дом для коров, да. Даже здесь это хрен растет. Вот она, какие там семена, что в люди относила, а сами нельзя, сами съедят. А муж-то пошли грабить колхоза, люди раскувачивали. Ну и попался, и Кондина, Родиона взяли. Отец рассказывает, ни один не вернулся. И все, она упала. И тоже мне интересно. Да, высохло. Угу. Тут не просто так пройти. Почему надо тут назад дать? Тут пройдем мы, пройдем. Нет, я маленько шагну назад. Ага. Там глубоко. Лучше обойти. Угу. Тут рядышком. Она упала вон куда. Где не упасть? Другие осинки ее поддержали. Тут бурелом-то какой. Посмотри. Тут уже сколько их падало. Ты потеряешься, вот, пожалуйста, бери. А это хмель, костяника. Это не тайга. Алтай. Богатейшая земля, богатейший край. Это что? Они что? Его просто оторвало корни. Ветер сильный был. О, какие-то ягодки. Ну вот это хмель. Ягодки какие-то. Вот. Это не хмель? Не знаю. Не знаю даже, что такое. Вот они, кто-то может знает. Показать с пальцем, как сравнить. А вон корень как, оторвало его. Вокруг оторвало. А почему? Оно засохшее. Не питалось. Посмотри. Вдоль ствола так. Вот. Посмотри. Может, из-за того, что тут влага стояла? Ну, может быть, отгнило и все, потому что раз он не растет, держава кончилась. Да. Надо расти сюда, духовно расти. Не быть мертвым. А вот смотри. Вот эта маленькая траншейка, это вода, которая с дороги тут течет. Вот она. Вот я спускаюсь. Вот тут немного. Сантиметров 50 глубина ее.
Вот она идет дальше и туда. Ну и попутно хотел показать, как люди жили. Я уже показывал когда-то. Вот там направо. Ой, простите меня. Это конец потеряет сюда. Четвертый. Вот что тут растет? Вот береза. Ее видно, белый ствол. Рядом осинник. Береза сидит. Цистерну брать нужно. Дальше. Тополя, купа. Вот он где. Че, ёмушка стоит. Ну вот, садимся. Мы когда эту парковку ходили, когда потерялись, не было. Вадик. Земля плодородная, мы копаем картошку, мама приехала. Она взяла две или три картофелины, примерно вот такого размера, ну сантиметров по 30. Вот так вот взяла и несет, как батоны хлеба. Под мышкой. Две или три картофелины. Здесь где-то у нас был подвал. Тайно, никто не знал. Вот мы. Это. Репей не забивай. Вот. Сколько лет? 28, и считай 30. 20 лет не было потеряешки. Полста лет, но они уже лет 20 до этого исчезли. О, эти кто-то люди. Ягодки вот заложил туда. Кто-то ягодки заложил туда. Ягодку заложил. Не знаю. Кто заложил туда? Яблочки. Стены как? Солома и сено. Вот интересно, сено все сгнивает, оно скрепляет. Это под дождями открыто, ну минимум, как это, лет 60-70. И стены стоят. Ничего не было у них, у этих людей. А вот когда били это, опалубка, и называли бить стены. Так была помощь. О, иди-ка сюда. Это наш подвал. Вот он, наш подвал. Это наш подвал, вот он здесь. Мы тут картошку хранили, на следующий год лагерь приезжал, а у нас своя картошка. Вот здесь вот распахивали или лопатой копали, сейчас не знаю. Вот так. Вот тогда даже, когда советская власть там преследовала, а мы продолжали, у нас хорошие отношения были, нас не трогали. Только приезжаем, кто-то сообщает, звонит, ну, приезжает. Мы на втором мостике, там вода в то время еще была, купались. Едет УАЗик. Назвали Бобик. Такое матерчатое покрытие у него, вездеходик. Женщины выходят, о! А мы думаем, кто это тут бегает так? А там кузнечик такой, кардинальщик называется, черненький, а как взмахнет крыльями, а у него под крыльями вот такой вот цвет. Ну, прямо, о, а я с ребятишками бегаю тут. Они, ну что, посмотрели, поговорили. Пустили молву, у нас тут были черные березы, две. Они, говорят, приезжают молиться на черные березы. Карельская береза. Как они оказались, неизвестно. Уходим. Вот мы попрыгнули. И у них была горбатая. Вот, низенькая роста, горбатая такая. Вон. Вот. Выше, больше ее. Вон. Пояс идет. Устья, устенья. А сама она лесовета. А сын был Емеля. Разные матерчинные песни пел, упевал, пропевал про это. Скотина куда-то уйдет, а он на ходу упал. Ну, за лошадями сейчас. И тоже какие-то ямки. Я не знаю. Ну и лошади-то убежали, а если они потопят где-то у поля, то платить тебе надо или посадят. И она, мать, высокая роста, ну, наверное, 1,80 м была, тонкая такая. Я, у меня двойняшки, кажется, были. И она нашла этот табун, не табун, а, ну да, табун лошадей. Отсюда была 3-я бригада называлась. Ну, отсюда, если браться, 2,5 км. И она там, маленький такой вот оконочек, и она зашла в него. Ну, голодная. И смородина черная, она давай ее есть, а то она рассказывает. Ела, то лошадь-то послушала, нормально-то. И она ела.
и попросил ее, потянула на двор. Она пошла, из нее где-то метра два с лишним вышел глист. Это ленточный такой. Я не знаю, как называется. Что за астероид такой. И вот поняли, что это такое. Деревья как узнавали. Женщину одну вырвала, стали смотреть, а там муха. Муха. Муха, если ты проглотишь, вырвет все. Тут не надо было Павлова там исследовать. Вон он летает, вон летает. Вон. Ага. Мы поехали посмотреть. Володя услышал, что кто летит. Видать тебе, нет? Да, видно. И вот мы обедать надо. Ну, я говорю, давай съездим. Чего он крутится-то тут? Где-то кого-то катает он или что-то. Поехали туда. Мне кажется, там двое их. Два? Вроде бы. Ну, плохо видно. Ну, сейчас мы туда поедем. Мы туда и поехали специально посмотреть. Кто? Почему? Тут никогда не летает самолет. А он говорит, такой вот треугольником. Планер. Планера мотора нету. Подняли его, а то трос убрали. И он своим полетом летит. Это удобно было в картине лететь. Американцы, когда забрасывали дистанции, то сильно полез. Разгоняется, а он на буксире. Ну и на абордаж берет и дальше. Вот мы сейчас едем в железной дороге, где леса нет. Вот там околок. Вот почему-то околок называют, а мы звали околок. Ну, похоже. Вот тут у нас южное озеро, пруд южный, вот кусты где, южный. Раньше он назывался КТФ. КТФ – это конная товарная ферма. Здесь вот была конюшня, моя родная тетка, отец у меня Тихон Дмитриевич, а она Пелагея Дмитриевна. Она ходила за жеребцами. Вот так, здесь. Ну и тут поели, наверное. Бегали мы маленькие, купались. Тут, вон, гляди там, как это, осинка какая красная-то. Ну да, вон налево они. Налево поворачиваем. Налево, значит, уже вот так я еду сразу. А так, значит, сейчас поворачиваю направо. Вот, я вот так показываю. Нас учили там. А это куст красивый такой. Прямо возле куста. Вот. Все, южный. Все, попутно обратно поедем, можем заехать даже глянуть, что у нас тут есть. Ага. Мы не могли докопаться до воды. Бульдозер стал тонуть, это вал вот такой наваленный. Было время, когда у меня тут работа шла, два бульдозера. И был тут пенсионер, Дружинин Геннадий Петрович, подполковник на пенсии. Очень и очень вредный. Жалобы строчил везде. Кого-то мы ограбили. Какую-то экстремистскую организацию. Военное формирование. А мне летное училище, где я вел занятия, преподавал. Вот. Ну и неофициально как это. Разрешили начать. И дали там много. 70 кителей, 70 шинелей. Ну, погоны-то убрали, а звезды стерли. И все. И он здесь пришел и стал митинговать. Надел форму, он к сыну приехал. Он тут и не был ни членом, ничего. Нельзя тут копать. Тут можно стратегический кабель. Вот в этом месте, в околке. Он где-то считал, может быть, слово стратегический. Ну и стал перед тракторами-то, дизелями-то. Ну и все. Но когда они затребовали платформу, уезжать надо. Перестали работать. Оплатили же. Он прибежал к моей матери, Марии Егоровне. Марья, что я наделал? Я работу остановил. Меня, наверное, сам черт туда занес. Черт занес. То есть ему мысли приходили такие. Смотрите, как лес наступает. Да. По покосу. Вот, видишь, как-то. Это что? Это осина. Осина. Ее боязно брать, она не вырастет. Хотя может. Гляди. Ну мы еще же косили тут. Ну да. И это она сейчас нароняла и выросла. А что если попробовать? Видишь, ее подпилишь, она засохнет. А клен допилишь, чтобы он не бросал большую тень от кроны дерева.
он растет. Или ветла. Нет, это надо, я говорю про лагерный огородчик. Столбы-то если бы были, вот так проросли. Но земля-то черноземная здесь, хорошая, видно. Да, вот. Черная. Они как раз. А здесь смородина такая. Очень хорошая, большие плантации. Дикая. А вон там дальше целая плантация, такой продолговатый шиповник. Я в 10 классе учился. Как приеду сюда домой, думаю, все переделал и скорее сюда. Воспоминания. А вот где дерево, вон там переломанное впереди. Вот здесь была колхозная пасека. Вот она сейчас пасечник продает мед целого рыбки шерстобитов. Геннадий Павлович. Вот. А вот Геннадий Павлович, значит, жена Павла-то, это Геннадий Петровича мать, Ксения Михайловна Шерстобитова. Она работала здесь пчеловодом с моей мамой. Мама у нее как помощница была. Главное-то она. Вот здесь вот, вот. И Геннадий-то Павлович вспоминает, как вы сделали качели, и меня, говорит, качали. Моложе меня. Вот, знаете, у человека нет веры. Говорит, ну нету веры. Он не против, ну такой культурный, такой обходительный. Уехал в соседний колхоз. Его там председателем избрали. Вон дерево лежит. Что? Дерево лежит впереди. Да ты что? Но я вот на правой стороне еду, так не вижу. А вот здесь крупные кроты. Это подобно... Вот что-то тут. В горку ехать. Или могу вытягивать одной рукой. А где дерево? Вот оно. Да вот, направо. Направо? Ну, надо это... Ну да. Вот мы подъезжаем. Вот тут дерево стоит. Какая она красавица. Да. Ее в обхват не возьмет один человек. Мы были в Швеции, везде там похожие. Но больших нету толстых. Как наши. Ну когда я это посмотрю, насколько не хватает. Вот видите, а на ней глянь, сколько шишек. Это называется березовая ведьма. О, даже здесь вот ветка отошла, и она, видишь, какими? Вон она наверху, посмотри, сколько шишек. Угу. Почему именно? А тут кто-то пучок отсидел. И уже... Вот здесь стой, смотри, где мои руки сойдутся. Смотри с той стороны. Вот здесь можно подержать кто-то бы. Я вижу. Дальше. Видно, видно. Заметь где. Видно, вот видно. Вот. Видно, видно. Заметь. От этого я сейчас сделаю. Раз. Два. Три. Четыре. Дошел? Нет. Четыре. Вот пять. До сюда. Вот до сюда. Шесть. 1.20 м и 1.72 м. Ну, что получается? 1.92 м. Почти 3 метра в окружности. Легко высчитать диаметр. Вот. Мы сейчас едем посмотреть, что они летают. Деревья вон там, видать. Это вот селосные кучи, которые Игорь Барабаш нынче брал, чтобы сделать основание, пол, зерносклады. Возил отсюда глину. Тут все история. Вот я сейчас сюда зайду. О, дорога тут, видишь там? Здесь дорога выше. Ну да. Ну, дрова готовы. Тут лес и дров, как говорят, море немеренное. Вот приехали, когда потеряют тут. Вот так на полях, но косить-то как? Куча-то огромная. Я им сказал пол-литра сливок
У меня ничего нету. Да и их не поймать. Я сейчас не знаю сколько, но примерно 50 ротов поймал. Ни одного не оставил в окрестности. Все. Ну а теперь никто не занимается этим. Вот ну, дерево наклоненное над дорогой. Господи богатый. А вот здесь шиповник был. И приехал я однажды, его нету. А почему? Пожар был, оказалось осенью. И все сгорело. И вот такой шиповник, что его можно было есть. Вот. И дорога, она была плохая. Но тут ее подправили наши. И посюда ездили, пока там у нас не было. Проезда-то не было, первый мостик, второй. Там пропасти были. Но... Так тут вы вылезли, линию это сделали. Говорят, власти никакой нету. Власти нет, понимаю, дороги заросли бы травой. Власть такая она была, на благодеяние народу. На вред, но это власть. Это власть. Сейчас мне пишут отсюда. Это власть для уничтожения нации. Я только одно думаю, а зачем она такая нация, когда вор на воре, гора на горе, как Расул Гамзатов пишет. Раздеться нельзя, тоже утащат из-под тебя. Друг друга топят. Детей отбирают. Абортами, как морем, покрылась страна. Коррупция сплошная. Везде. Почему от Китая не возьмут опыт? Как они борются? Решительно. Ну вот сейчас мы выйдем. Залезем на линию. О, это осинник, осинник. Начинает пылать. Да, вон тут околочек еще мешает нам. Придется его проехать. Может немножко. Железная дорога, стояли столбы какие, все повыдрали, которые на них были рельсы, на двух рельсах, вместо пасынка. Все куда-то дели. Ну, не государство, нет, люди растащили. Это тоже Барабаша поле, да? Это да. Это Барабаша Игорь Александрович. Да. Фермер потеряется. Вот так. Мы поехали дальше. Это у нас тут повышится 3 с лишним километра мы поехали. Надо обедать, поработать. Во вторник сегодня. Вторник. А мы, видишь, чем занимаемся. А там вон как деревья идут, а там за ними дорога. И за дорогой там поле. А там раньше были бахчи. Огромные арбузы росли, дыни. Огурцы, это все в колхозе. И мы пошли. А тут где вон где черные берег, там все красное, как кровь. Мак идет. Никто не знал наркотики и прочее. У нас с собой были мешочки, целлофан не знали. Мама шила. Через этот лох перейдешь, набьем полные сумочки-то и едим. А помню, вот тут где шалаш. Шалаши делали для сторожа бахчей-то. Бахчей это где? Арбузы, другое. Ну и придем там, если Ефим, он на ноге. Я не Ефим, это арбузика бы как хотелось, поистине. Ну, давайте, ложитесь. Люди-то не знающие, это там дурное подумают. Нет! Он говорит, вот арбузы лежат, ты на головой на него уприся, и не рви, и дави его на голову. Если он будет издавать хруст такой, значит хороший, бери, я вам дам. А мы-то уже там, где откуда пришли-то, башли-то, мы уже по арбузу закатили в болото, там камыши спрятали. Вот тоже это же воровство было, но ничего этого мы не знали. Ну, арбуз взял там, ну какое. И он, да, вот я с тех пор знаю, как узнавать. О, все, сейчас давай. Остановимся и пойдем на линию. На линию. Вот это видишь, это маленькие куртинки. Вот это доходит соединительный. Я его положу. Вот элеватор кончился, видать. Вот здесь где-то застрял
Вон там он застрял. Платформа шла, и бульдозер застрял. Ролик есть такой. Я ходил вокруг, снимал, и все, ой, кто снимал, режиссер от Бога. Все, что думал. Ну, я показал, кто как. Вот, человек прочитает, что у него. Ну ладно, копать запрещается. Охранное золото, эксплуатирующая организация. ЗАО, ЗАПСИП, Транстелеком. Телеком даже. Город Новосибирск, Комсомольский проспект. 1, квартира 4. 4, телефон. Вот, ресурс 73. Участок обслуживает. Так, советская такая-то, такая-то. Вот мы едем дорогой, это когда ездили на Благовестие, это мы выезжаем за селение, и нам нужно где-то спрятаться, чтобы машину не видно. Если ветки есть, мы ветками закладываем, он как береза лежит, он за ту березу, вон там ветки-то, нас не видно. Ну, а уже в потемках. Ну и глядим траншея. Траншея это хорошо, нам нужно сейчас ужин сготовить-то, а у нас с собой все было, как печку выкопаем, сделаем решеткой, чайник, все по 5 литров, суп. Ну и все как было, ночевали, утром-то встали, глядим, написано, здесь газовая идет труба, ничего не разводить огня, а мы разводили прямо на этой, прямо в траншее, ну не видели-то, вот это отдало, был бы, так говорится, Хиросима нам, как мы рванулись, дальше, смотри, сколько осинники, вот дальше, впереди, да, видно. Какая красота, другая осина, которая зеленая, вон там, это там много осинника, кучей. А это, которая пораньше стала, ну, краситься. Вот мы сейчас зайдем на линию и посмотрим, где кто пускает этот самолет. Летает он уже несколько часов. Объяснения никакого не знаю. Не знаю. Вот как они сделали. Здесь видно, что... Ужасно. Сколько здесь они... Камня сколько-то. Кто-то же дал указание сделать... Дорога, чтобы была проезд. Здорово, конечно, ну это же ой-ой-ой. Вот она как техника пошла. О, все отпечаталось. Ну. Какой? Ну и сейчас мы залезть это можно, пойди? Конечно. Смотреть. О, а вот теперь... О, подсолнуховое поле. И с той стороны сделали. О. А там подсолнухи не убраны. Глянь, за горизонт. Да. Вот за горизонт. Говорят, вот горы красивые. А что горы красивые? Еще там нету. Нету. Это как ты возьмешь горы? А вот тут, туда до горизонта. Посмотри. Это вот 20 километров до этого. Ну, 20 оттуда. Тут поменьше. Потеряевки. А вот рядами-то как идет. Да. О, красиво. Вот оно, откуда растительное масло. Гречка, гречки, поля, гречки. И масло, каша с маслом. Это Алтай. Какие лесополосы. Посмотри дальше-то идут. Это все лесополосы такие. Какая красота. Так лесополоса. Если ветер так повернет, то вот. А там видно бригада. Вон там дальше видать. Ну, то есть, это частное все, я думаю, не колхозное. Вот у нас здесь... Близкий знакомый, подстёпный, Евгений Алексеевич Долгов. У него 6700 гектар. И он еще не предел, он все подкупает. А посмотри, вот как рельсы говорили, если рельсы ну, не имеют движения, то их выгнет. А сейчас... Это какие же они длинные-то это? Надо узнать. А то даже сказать. Вот. Ну-ка стой здесь. Где у него... Начало рельса этого. И все равно заметно было бы, что. Вот рельс. Там, вон оно. Ну, вон. Рельс, оттуда, вот. Оттуда надо взять. Сейчас пойдет поезд. Стойте, я найду, где у него кольцо. Ой-ой-ой. Да, чудные дела твои, Господи. Велики и чудны. Не видать конца. Вообще не видать.
какие рельсы, как их поднимали, как тянули. Один, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39. Это в этом направлении 70 метров. И не видно, где там дальше кончается. Я знаю, раньше это были они какие. И на каждой было 6 раз завод имени Сталина. Умолк хвалебный гимн и надписи на рельсах. У меня стихотворение о смерти. Да и то я вроде ошибся. Нету тут соединения. А? Нету соединения здесь. Или как нет? Ну вот это. Запаяли или как? Ну как-то запаяли, наверное. Но... Ну, с двух сторон. Это же соединение вроде, да? По-моему, соединено. Вот она, видишь, какая тут дырка. И здесь тоже, вот видишь? Вот видно, что-то там есть. А зачем бы они схватили их? Вот, подходила, где техника выходила. Вот дорога ведет. Mm. Раз так вот делают, это значит думают жить. И вот они интересны как. А где же рассадиться, если сжатие, а если при температуре нагреется? Этому учили нас в школе. И сейчас нигде нет, а там между рельсами стыковалась, там напарись. А показывать рельсы вот так изогнула, это потому что вплотную были. А сейчас все вплотную. Другого состава железа. Ничего не знаю. Может, за счет того, что бетонные стали делать, они более крепко. Это железобетонные. Ну да, более крепко держат. Она не гниющая. Ну. Не гниющая. Как сегодня сказали бы, вечные. Но вечного нету. Дома кирпичные, и то 100-120 лет износ. Ну еще нету этого? Самолетика-то. Нету. И, а что ему делать здесь? Опыление идет весной. Ну, когда подрастет, тут лето начинается. А сейчас осень. Им еще делать, летать. Володя слышит хорошо и слушал. И летает самолет, и летает самолет. А вертолет? Нет, самолет. И вот мы приехали узнать. Это на Москву. Вот эта линия на Москву. Батюшка по ней поехал. А он куда-то улетел и сел. Ну, не знаю. Помню тогда почему-то. Одна дорога была вот так. Вот поставили вагон, а он с углем. А мы пасли коров. Вон за этим околочком, там дальше. Отец там. Я к линии подошел. Ну, интересно посмотреть. Я забрался и через край посмотрел, а там, видно, уголь был. Теперь охота туда залезть. Вот зачем? Я спрыгнул, а вон куча навален, кучка-то осела. Теперь-то там стенка, зацепиться не за что. Отец там, я один в вагоне сижу. Вот я тут напугался. Ничего нельзя сделать. Сел и сижу. Что же сделать? Стучать? Он не слышит, далеко. Давай тогда этот уголь-то в кучу собирать. Опять потихоньку-потихоньку к стенке нагромостил, чтобы... Хоть пальчиками засыпиться-то. Ну и лягушка как. Дрыгалась, и она из молока там сбила сметану, масло. Через оперлась и выскочила. Оперлась и выскочила. Вот у меня такая же история. Отец, у него одна рука вот такая, вторая была вот с фронта. Вот так вот пришел. Левой не было. Вот уже пожилой, нас сколько было. И он там пас, там Ядрово, кажется, околок называется. И смотрит, галка вылетела. Вылетела, он подошел, дупло. Тут пасутся овечки рядом. И он решил тогда посмотреть, сколько у нее яичек. Вот. Вообще. Он руку-то сунул. Нет, глубоко она сделала гнездо-то. Он рассказывает. Он подальше два яйца. Руку-то назад, а шкура-то, это кожа-то, руку вытащить не может. Была вторая рука, он бы ей кожу-то выправил, стянул, и одна рука-то. Овечки походили, куда-то пошли, он стоял,
к березе привязанный. Один. Ну и все. Как он уж, я не знаю. Одна рука-то беречь надо ее. Ну хоть отломи, говорит, ее. Овечки-то пошли. А 1200 овечек. Ушли, я говорит, старый дурак, говорит, около березы стою один. Зачем я туда залез-то? Он в жизни бывает такого человека. О, вот а начнешь вспоминать, как отец рассказывает, у них там какая-то родня была, женщина. Вот замуж она не вышла. Мужа убили у нее на войне, а хорошая была. Такая она была красивая и показывает. Рукой два раза провернет вверху и внизу. То есть все красивое у нее было. Ну, мы ребятишки-то маленькие были, а тоже понимали, что красиво. Такое дело. Вот все это я вспоминаю. Видишь, зеленый свет, это значит, ждут они. Ну что, пошли? Пошли. На обед. Дорогу сделали здорово. А вы же снимали это все? Мы же приезжали, да, снимали. Да, проезжали, снимали. Ну, мы там в другом месте. Когда ремонтировали-то они. И вот одна рельса, заметь, напротив этой, чтобы найти, крашеная. А тут номер стоит. А номер через какой-то километр, допустим, или что. Я не знаю. Вон, где? Опять там, наверное, 8. А там потом общий километраж. А там Кадниково. Прямо так туда, Кадниково. А подальше Буканка. Из Буканки к нам приезжали, там озера есть, продавали рыбу, карасей. Тогда. А денег-то нету. Меняли на яйца. Как правило, куриные яйца. Ну что? Надо идти домой. Да, опоздали. Техника-то. Лесопеты-то наши где? Ну где они у нас лежат? В траве. Вон они. По моему велосипеду видно, он красненький торчит. Ой, не вижу. Вот, прямо на березу вот так смотришь. Ага. Красненький такой. Ну да, вот теперь увидал. Вон где зеленое где. Угу. Ну давай потихоньку. Вот эти камни у нас всегда люди там, которые на разъезде работают, собирали и пережигали, и нам продавали известку. Вот видишь, какой уклон сделать, такая высота. Это разровнять, там камень, чтобы техника могла. Это вообще. Тут нигде ничего этого не было. Дорога вон где. А это дорога, настоящая дорога. И на двух сторонах. Вообразить невозможно. Тут долго они возились. Много людей. Это говорит о том, что государство живо. Государство. Но это за счет того, что второй линии нету. Щебенка-то. Где вторая? Тут второй линии-то не было раньше? Никогда. Не было, да? На разъезде вот. А, на разъезде. На разъезде. А тут одна была. А тут они заложили вот здесь вот, там под землей, такие круглые-то. Туда пошел, они лопнули. И они сразу же на сваях, сваи деревянные, еще какие-то, и выставили почти такой же высоты. Медленно-медленно поезда шли, а это разобрали линию, и тогда вылили вот этот, который сейчас есть, железобетонный, специально. Круглые эти не пошли, они слабые. Какие? Трафареты. А? Типа трафаретов каких-то. Не знаю. Или подкладки. А вот мы мураши. Вот о, они забегали. Трудяги. Муравейник. Еще в зиму не ушли. А врать не буду. А тут шиповник растет. Вот он. Выжил все. Выжжено. Да, выжжено. Ага. Видимо, зажигали и смотрели, чтобы куда дальше пал не пошел. Здорово работает. Интересные люди здесь. А болгарка она одна, а? Да. Она еще не годная? Да почему? Хорошая. Ну вот. Господи, я сдал, благослови, Господи. Вот теперь я ее нашел.
молитвой взял. Я говорю, отдам. И говорят, что сгодится. Ну, я сидел, в траве лежит. Это брошенное или забытое. Ну, вот и недорогая у них там все государственное. О, я его вот сюда на сиденье положу. Во, все у нас так надо. Сейчас поезд пойдет, наверное. Посмотри, какие березы, красавицы. Красавицы. Раз, да. Два, три, четыре, почти. Издалека как будто одна растет. Вот ветки отпиленные. Значит, ветка сюда подходила. Они не только это, но и дальше еще тут все захватили. Выровнено да как. Видишь, как ровно-то здесь? Это значит, да, да. Противопожарное. Здорово. Благослови, Господи, всех и правителей, и всех, кто работал здесь. Все. Можно выключить. Ладно, слава Богу за все.